Продолжаем выпуск. Сообщи, где торгуют смертью. В Саратове стартует всероссийская антинаркотическая акция. Ее цель – привлечь внимание общественности к проблеме наркомании. Специалисты говорят, в последнее время широкое распространение получили новые психоактивные препараты, мощные по своему разрушающему воздействию на организм человека. О фактах незаконного оборота смертельно опасных веществ наркополицейские просят граждан сообщать незамедлительно. Уважаемые жители города и области, приглашаем вас принять участие в проведении в рамках акции общественных мероприятий, анонсы которых размещены на официальном сайте Управления ФСКН России по Саратовской области. Первое мероприятие состоится уже 16 ноября. В этот день запланировано масштабное шествие с участием творческих коллективов и саратовских спортсменов. В завершении мероприятия состоится антинаркотический флешмоб.